ЖД вокзал, верхняя стоянка. Да. Хорошо, звонить. Так, съемка ведется. Девушка, взгляните, пожалуйста, на задний плафон. Видите? Вы видите следы пыли, следы влаги, капельки вон подсохшие. Видите? Но это говорит о том, что этот плафон разбит уже давно. И не сейчас. Где вы? Вот, посмотрите. Пыль? Видите, что он... Ну и что пыль? Вы думаете, что здесь все так плотно сидит, что там ни пыли, ничего вам не будет? Вам показать мою машину с плафоном? Вы видите, разобрать? Что здесь дырка? Здесь дырка? Ну, так здесь и дырка. Вы хотите сказать, что моя супруга колесом разбила плафон? Она сама видела, она сама видела. Подождите, сама сказала, претензия ой, в чем состоит? Отскочил, да. Подождите, подождите. Я вас конкретно спрашиваю в этот момент. В чем состоит ваша претензия? Я вам объясняю. В том, что она разбила плафон? Либо она, оторвала скотч. Я говорю, что она вырвала. Посмотрите. И вырвала. Что? Что и что и из что? Этого? В чем ваша претензия конкретно? Вырвала? Она уже вырвана давно. А где вы видите, что она вырвана давно? Вы я вам еще что? Раз показываю, не девушка. Трогайте. Да блин, это скотч. Посмотрите. Или вы не видите? Он давно у вас вы на скотче сказать, держит. Вы хотите да. мне сказать, да. что? Да, я хочу сказать, что у вас повреждение наступило задолго до вызова такси моей супругой. Вы согласны с такой постановкой нет, вопроса? Я не согласен. Я лично вижу эту машину каждый день. Она давно. Чудесно. Ездит. Вы видите скотч? Вижу скотч. И плафон держался. Я это тоже на видел. Скотче. Я еще сам. То есть претензия состоит в том, что подождите, дайте сказать. Скотч. Подождите, дайте сказать, не перебивайте. Я вас не перебивал, вы меня тоже не перебиваете. Слушай внимательно, говорите. Я самолично. Где-то недели полторы назад было, да? Бля, давайте. Подождите, я вас давайте. Не перебивал, подождите. День подождите, я вас не перебивал, назад. И вы меня тоже не перебиваете, хорошо? Самолично. Я полторы недели назад я подходил к этой машине и говорю, Тань, что это с плафоном? Он говорит, что он так сказал, лопнул или что? Лопнул, да. Ну, я подошел, говорю, а не оторвался и подергал его еще чуть-чуть. Взял пальцем. Но. Плафон целый был. Да? Да. Ну, так он не держался оторвался. На скотче. Вы повреждение вы видите, скотче? Девушка? Да вы видите повреждение? Она его вырвала отсюда, когда доставала. То есть она повредила скотч, да? Какой по-вашему? Скотч? Где вы хорошо? Был бы скотч, вы говорите, приклеен. Она была бы приклеена бы здесь и была бы приклеена бы здесь. Где вы видите там скотч, объясните мне? Открывайте багажник. Открывайте багажник, будем осматривать. Ну, скрывайте обшивку, снимайте заднюю фару и будем смотреть, как вы скотч приклеивали. Вы же его не к кузову приклеивали, вы же к плафону приклеивали. Ну, и что вы мне говорите, что моя супруга вам могла колесом от вот чемодана оторвать вот плафон? Посмотрите внимательно, как он завернут, его завернули, а не сюда приклеили. Правильно, куда завернули? Завернули за плафон. Так вы говорите, он приклеен, блядь, на скотч. Ну а что, это неправда? Где он приклеен? Он был бы здесь полностью. Короче, девушка, выводите. Я. Выводите. Вы знаете, что в багажном остаете вы сами об этом? Я держала багажник, потому что он не держится. Он сам держится или нет? У меня не работает амортизация. Вы знаете, я старый таксист. Кто меня знает, ну я всегда здесь стою. Раньше там стоял, сейчас я. Поверьте, виноваты вы. Если вы считаете, что вы должны сами достать багажник, с таким багажником вы не имеете права работать. Пожалуйста, вызывайте хоть ГАИ, хоть кого. Останьте все равно, он не виноват. Вы должны сами достать багажник, потому что, чтобы ваша скорость... Я читаю... Я просто... Зачем вы сюда подошли? Да потому девушка, что да я об этом знаю. Девушка, говоря. Я об этом знаю. Никто его не накажет, поверьте. Я посторонний человек. Я вижу, как это все у вас я происходит. Хочу вас, девушка, предостеречь мне от больших проблем. Я вам так говорю, кто в случае будет проверки виноват? Ну, останетесь вы хозяйка машины. Хозяйка не я машина. Вы водитель. Ну так водитель и хозяйка отвечают. Какая разница? Хозяйка это моя личность. Хозяин за рулем сидит, либо вы сидите. Разница есть. Слушай, не дави. Так вы не давите, вы говорите, вы сравниваете. Она водитель, она работает на хозяина. Она должна поднять багажник, достать груз пассажиру. Ну, а если, например, груз превышает
вес самого человека. Грузчика пускай вызывает. С какого перепуга? А чего? С какого перепуга? Почему так, она... Вы водитель такси? Я надеюсь, что все дело водитель такси, а не грузчик. Уже проблемы с этими детскими садами. Выключай, пожалуйста.